Ну да, это мне что-то напоминает. Вот. Собственно говоря, этот. Скажи, я скажу. Говори давай, что молчишь? Еще StarCraft будет бесплатный теперь второй. Вообще free-to-play. Уже через 3 года после того, как я его прошел. Ну да, согласен. Не очень. Я не проходил, я только первую кампанию прошел за тиранов и все. То, что ты бесплатная была, там, ты тут только прошел. Не, чего? А, там же онлайн было. Да. У меня была лицуха у мужа сестры. Я прошел на лицухе. Все дела. Все серьезно было. Пират. А? У меня была пиратка. Потому что. Да. Потому что. Подарил мне. Подарил, да? Через торрент качал. Через торрент. Сдачу дали там. Через U-Torrent, правильно? Через зону. Зону, да. Потому что и торрент это не торт. А зона — это торт. Сникерс будешь? Сникерс, я его буду после игры. После игры, да? Я понял. Чего спички не взял? Спички забыл. Забыл? А голову ты не забыл. А голову ты не забыл? А ты что сейчас? Я вообще ее брал с собой, я не знаю, где она. Я помню, что если она окажется дома, ты знаешь, что ты ее забыл, да? Да? Я правильно понимаю? Я не помню. Взял я ее или нет. Давай так, формулировка будет абсолютно другая. Ну, значит, то есть, если ты все-таки ее как бы. Точка. То есть если ты как бы. Желтая? Да, да. Пенальти? Да, конечно. То есть если ты ее, если ты ее все-таки оставил, значит ты ее забыл. Нет, это значит, что я помню, где она находится, но я ее оставил. Вот. А захотел взять ее только уже на улице. И понял, что ее нету. Это значит, что я понял. А вот ты голову дома забыл. Нормально. Что, Фиорентина начинает вырываться? Ну, 1-2. Фаворит? Понятно. 2-1. Хард матч. Достаточно успешно. Успешное начало. Посимал на хотик. Единственное, что отрегулирую потом себе этот. Если ты будешь это снимать, отрегулируй себе и. Ну ладно, ты в принципе разберешься. Что с ССОшкой делать и что делать с этим. С коррекцией. Сколько видео не поменялось? 19 гигабайт. Сколько минут? Я не знаю, может сам посчитаешь. Ты говорил 6 гиг 10 минут, да? Ну, вот 5 гиг. Хорошо, ну-ка, убегай! Убегай, блядь! Ну вот 5 гиг. Ну вот 40 минут видео. Где-то так. То есть ничего не поменялось, не регулировано. В плане. Ну там может как-то можно регулировать, чтобы оно меньше занималось. Не-не-не. Я регулировал только качество и, ну, свет. Я научился уже. Потихонечку разбираюсь с техникой. На практике. В трудных условиях. Сейчас еще буду через Adobe Premiere, скорее всего, работать с новым видео. Александр посоветовал, чтобы я не приучался к Вегасу, а сразу через Premiere работал.
понятно, что он лучше будет. Такое. Не, ну он сложнее лучше. Намного. Он сложнее, но он лучше при всем при том. Чем? Ну, как минимум, тем, что он с. Он синхронизируется с фотошопом и с этим. И с. Нифига тебе синхронизация с фотошопом. Ну, ты можешь, ну, допустим, если тебе какой-то кадр не нравится, ты его можешь подправить в фотошопе, понимаешь? А в Вегасе ты так не сделаешь. В Вегасе сделаешь? Ну, не совсем. Сделаешь. Не совсем на один кадр, там в основном на видео распространяется эффект. Можешь, конечно, сделать, ну, неважно. Дело еще точно, там в премьере у них там типа какой-то особенный формат видео, только там их два или три всего, которые можно. А в Вегасе только все форматы видосов воспринимаются, поэтому не такое. Не знаю, почему-то все говорят, что премьер и этот. Плюс ко всему эффектов, в, ну, возможность эффектов типа в Adobe намного круче. В плане, типа, если именно редактировать хорошо видео, а не тупо нарезку делать, как это делаю я или ты, то, то в премьере это будет лучше выглядеть. Ну, короче, ну это более крутая прога, что ты хочешь. Вегас это типа для обучения. Для обучения. Ну это твоя позиция ведь. На самом деле. Мы сколько не обсуждали Вегас и все остальные программы. Уже сто раз говорилось, что Adobe намного лучше. И есть примерно три программы, которые лучше. Мы это даже с тобой обсуждали. Ну, она считается круче, но я не считаю, что скажем так, плагины не смогут заменить премьер. Может быть, ты прав. Не знаю, я хочу попробовать и тут, и другое, и сравнить, как бы, и дать уже нормальное сравнение, потому что опираться на плагин, ну, типа, на то, что я думаю, я хочу напрямую. Премьере так то же самое есть эти плагины, которые то же самое делают. Вот, например, Шумодав одинаковая программа. Что там, что там. А там же есть вторая типа прога, которая синхронизируется с премьером, и через нее делаются уже эффекты. Ну, естественно, да. Да. И не одна такая программа. Только вперед, только вперед! И с Вегасом есть такие программы. Угу. Я понял тебя. Ну, типа, я думал, конечно, этот еще сделать на Вегасе. Хотел, конечно, сравнить в работе с Adobe, но Александр хочет видос уже к пятнице, поэтому я, может, и буду с Вегасом работать. Нам еще, короче, вчера этот... Я считаю, что Вегас простой, поэтому это приятно пользоваться. Просто не защита. А Adobe... Там, в принципе, делается то же самое, только делается более сложными комбинациями клавиш там и так дальше. Это все делается. Ну, ты же понимаешь, что люди не просто так требуют владения не Вегасом, а Adobe, да? Потому что Adobe, типа, более авторитетная компания, чем Sony. Да, да. Не думаю, что это связано с авторитетом компании. Adobe стоит чутка дороже, чем Вегас. Вот не отталкивайся от глупого. Ну что, Adobe функционалом берет. Я не думаю, что мы с тобой хорошо с ним знакомы. Ну то, что там три формата всего, которые для меня. Ну это ж не показатель. Это показатель. Чувак. Там даже нету MP4, ты серьезно, ну если подумай. Ну что MP4, типа. MP4 это для YouTube. Что? Это формат для YouTube основной. Ну это YouTube потом переформирует его в MP4. Нет. А так этот. Подожди, наши с тобой видосы, которые мы с тобой снимаем, они же не в MP4. Вот, наши видосы не воспримет Adobe. Да? Да. Серьезно? Да. Что за днище? У них типа особенные форматы. Которые, с которыми они готовы работать. Для того, чтобы у тебя работать в Adobe,
надо вначале сконвертировать видео наше в тот формат, который воспринимает Adobe, и только потом с ним работать. То есть порезать ему качество, а потом уже работать? Не, оно не режет качество. Оно остается и таким же самым. Конвертация в другой формат? Естественно. Ну, такое. Смотря какой формат, конечно. Если VMware брать, то тогда цветовая гамма чутко порежется. Если брать MP4, то наоборот будет чутко кислотнее. Поэтому... Там я цветами. Я пробовал, у меня было только, я не пытался что-то делать. И как? Такое, что-то мне не понравилось, честно. Хотя вот этот Петя мне говорил, что он Adobe пользовался, типа, не знаю. Он, видимо, как-то там настроил камеру, чтобы она записывала в том формате, который для Adobe. Ну, еще этот раз я буду работать, я себе материалы наберу. Буду этот раз работать с Вегасом. Сделаю все, что нужно. Хотя еще не знаю, что делать, если честно. Я что-то там как-то вообще видос не вижу. Еще у Adobe, типа, когда делает рендеринг, оно намного тяжелее получается, чем в эквиваленте в Вегасе делать. Мне это тоже не нравится. Я считаю, что экономия места на диске тоже важна. Хотя качество как бы одинаковое получается. Не факт. Не факт. И когда оно конвертирует свой формат, оно становится почти в два раза больше по объему видео. Ну вот как поменяется видео после конвертации? Качество же не меняется по факту. Вообще цифра, ну оцифровка один другая, поэтому качество меняется. Качество меняется, чувак. Насыщенность цветов, контраст. Не факт, не факт, смотря в какой-то этот. Если MP4 был, ну, МТС, типа, и в Адобовский какой-то. Если МТС, то MP4 тебе более кислотные цвета сделает. VMware тот же, например, он наоборот тусклее будет. То есть хуже, лучше, я тебе не скажу. Вопрос в том, как ты вытащишь видео, понимаешь? Типа. Да, конечно, лучше, когда там контраст есть между цветами и светлое отделено от темного, допустим. Извините, это еще от камеры зависит. Да, да. Больше даже от камеры, от количества кадров. Ну, типа, да, конечно, можешь вытащить в любом случае не только камерой. Я смотрел Лёшины исходники и смотрел то, что он сделал в видео. Это большая разница, чувак. Он очень хорошо вытащил видео по контрасту и по цветовой гамме. Очень хорошо. Поэтому... Ну, в Вегасе он вытащил. Он просто со слоями игрался, с уровнями, понял? Слоев там. И вытащил хорошо картинку. Я тоже в этот раз буду с картинкой баловаться уже. Я сначала нарежу нужные мне моменты, понял? Это типа через плагин делаешь? Ну, я буду с ним говорить по этому поводу, я не знаю, как он это делал. Я помню, он мне говорил, куда он заходил, что он делал. Я уже так. Я помню, что это уровни шумов, если я не ошибаюсь, или уровни света. Ну, короче, слои какие-то он делал. Вот. И он через них делал, подтягивал видео. Я с ним поговорю, узнаю, что именно он там намутил, и уже буду от того отталкиваться. Не, не ори на меня! Ебал! Судья. Что? Так я разминался. Не, он просто, знаешь, про себя ругался. Андрюха ему сказал еще раз. И так сложно. Я не серьезно. А могу сделать. Так, а у нас проблема. Ты меня повезешь. Судя по всему. Лес? А? Или нет, или да.
Не знаю. Судя по тому, что Даша еще не вызвала скорую, там, значит, все нормально. Там, кстати, пришел, над кого вы искали. С тебя ливерка хорошая была. Какой счет у вас? 2-1, если я не ошибаюсь. 2-1 вас все выиграл. Я тоже палец не помню, да? И как, ты им нормально бегал? Я что, пальцы не бегал? Почему у всех наших атлетика такие напряженные? Ходячий тестостерон. У меня у знакомого мотив. При такой активной агрессивной игре они их выигрывают хотя бы. Сейчас забьем. Логично. А. Сейчас желтые пойдут, чувак, по-любому. У тебя. Ну, потом уж. Сейчас увидишь. Сели! Давай, не чувляй, пацаны, давай! Егор, а что у нас по счету? Хоть знаю тебе, кто играет. Что происходит? Что за таскание мячей из одного аута во второй? Это называется ширина.
Нет, ты не понял. Они просто ходили за полем. Да что ж такое, что все не сдох. Будь здоров. Этот. Так что это не еще не начал. Что у тебя тоже 5 минут осталось? Да, за один матч двое травмировавшихся, которые просто лежат, знаешь, на поле все время. Это серьезно. Это то, чтобы боксом занимались. Там ты стабильно знаешь. Стабильно понимаешь, к чему идет речь. Выбежал по шнурфальцу? Да, в общем, мансанул так от всех. Знаешь, там они что борются, он рядом с ними пробегает. Нормально. Рабочий вариант. Да, мансанул. Подожди, а Андрюха где-то играл в каких-то командах тут? Да, он в Челси играл раньше, тоже, как и я. Вратарь? Да. Ну, только когда я уже там стал играть, так он перестал играть. Хочешь сказать, что ты его выдавил, да? Не-не-не, он просто типа захотел уже больше организации заниматься. Ну, вот он пропустил первый гол, забитый в Лиге Фортуны. Когда они проигрывали там 80 мячей пропустили, они единственный гол не забили, это Андрюхе. Это Андрюхе было, понятно. Ну, нет, там красиво было, там спорю, там кто бы не вытащил. Так, да, него есть... Он заявлен сейчас за Депортиво вообще. Да? Да. Я не понял, что ничего не играет. А он именно вратарь идет, да? Он вообще типа больше никто. Конечно, так же самое, как я. Я просто ни разу не видел Андрюху в футболе, поэтому. Ну, чтобы он играл, поэтому. Потому что я не знаю, кто он вообще по позиции. И как норм? Живчик, я был. Живчик. Команда есть, а была Живчик. Живчик. Классное название, если мне нравится. Это больше. Это лучше, чем смена. Как по мне, так смена будет получше. Я был в смене. И еще где. Подожди, где. Какая команда из высшей лиги Украины? Давай так. Я просто путаю их постоянно. Обе команды в высшей есть, лиге является спортивной школы футбольного клуба была. Ну, она как бы государственная, все равно считает эта школа. По факту из нее забирают игроков футбола. Которая играет не в высшей лиге, она играет в первой лиге. А была сейчас в первой лиге? А чего она скатилась так? Потому что они пересобрались команда. А, и, соответственно, не звали. Кто-то что такое? Что ж... Ну, типа, разделился, типа, бизнес. Ну, я понимаю. Типа, ну, ты рассказал мне, да, что там было несколько владельцев, и один решил же сохранить клуб, точно. Если бы было Болонь, теперь я Болонь нормально. Ну да, все конкретно изменилось. Значок даже не изменился, там только написали с тобой. Ну, значит, значок изменился. Чуть-чуть. Надпись. Слушай, ты геральдикой, что ли, занимаешься? Я не понимаю. Эксперт такой серьезный? Естественно. Геральдист? Естественно, само собой. В душе. В душе, да. Там хоть не видно было это на видео?
Я не уверен. Есть что-то в голове, алло, блядь, ребята, нахуй. Пошел за спину. Итак, Алексей, будьте добры, свисток. Да, отлично, последняя атака. Алексей понял, что у нас. Что у нас есть время. Хорошо. Андрей. Да, да. Как Андрюха начал сесть, так и это Леша сразу чекнул сейчас. Все, наконец. Да. Сейчас, да, гол Бавария забил. Бавария уже на первом месте получится быть. Итак, теперь у нас остается два варианта. Либо сейчас фарм-клуб этого Ювентуса забивает... А, ладно, все.